Фу, задолбался костылями махать. Ой. Эй, чудес, эй там, дурище, а, ты приперся наконец. Уже что-нибудь принес? А-а, что-то не нашел нифига. Ни хрена себе, я тут сижу голодная как скотина, он мне заявляет это, кидачу, а нифига. А где ты шлялся? Это не твое собачье дело, где я шлялся. Собачье. Да я жрать хочу, елки-палки. Ну, блины, какие сама иди добывай, меня задолбало. Вообще уже здоровая лошадь, пора уже и летать начинать. Хрена себе заел. Да. Я устал рыть морды и все вокруг, в то время как ты тут задницу отращиваешь со своим PlayStation'ом. А ну-ка, давай-ка, соберись. Чего? Давай-ка, прыгай с гнезда. Чего? Фак, я не умею еще, ты че, я маленький птенец, ты че? Давай, жирюга. Ох, Харит отъел на моих харчах. Погоди, Что еще? Ну, нельзя же так сразу, то надо же как-то свыкнуться с этой мыслью. Йоти, даю 10 секунд. Ой-ё, фига себе высоко-то. Ничего, все когда-нибудь начинают. Не, блин, ты чё, высоко же? Я же это, разобьюсь же нахрен, а? Ты чё, серьёзно хочешь, чтобы я туда это, сигануло, а? Это чё, прикол какой-то, да? Давай-давай, большая уже бабища, пора. А чё надо делать, чтобы полететь? Сама разберёшься. Ты же не спрашивала, как дышать, правильно? Давай-давай, будь взрослый. Ну, в принципе, я и сама давно хотела. Толкнуть можешь? Не-не-не-не-не-не. Черт, зачем я про жратву только спросила? Сидела бы сейчас спокойно шестой уровень проходила. Или в чате, блин. Ведь рухну с дуба с этого, кранты мне. С другой стороны, как начинать надо, правильно? Уже в соседних гнездах хихикают, блин. Уф, ну ладно, как в холодную воду. Папа! Ну че там? Па, я сейчас прыгну! Прыгну, а полечу! Ну, в смысле, да? Давай, я уже дождался нафиг. Сейчас! Прыгну! Ей-богу же! Давай, елки, блин, задолбал уже капуша. Блин, пожелал бы хоть удачи, козел, тоже мне папаша. Не, чтобы подержать дитя, но, же понимать, трудно решиться. Окей. Ну ладно, ты, в общем, не нервничай только. У всех бывает первый раз. Не делай, главное, из мухи слона, окей? Фух, ну я пошла. Да елки! Эй, чё-то не очень пошла. Марта! Марта! Чё орёшь-то? Где твоё чадо? Свалила! И чё, удачно? Да хрену знает, не разглядел чё-то в ветвях. Кажись, просто рухнула. Да, туда ей дорога дурная была. Ну чё, будем следующее яйцо класть? Не-не-не, не сразу. Перерывчик надо сделать, чё-то я устал. Выспись хоть. Будильник отключить.